Всем привет! Вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на часы-термометр. Часы-термометр. Так. Что у нас здесь? Фаренгейт, Цельсий. Какая максимальная была температура? Какая была минимальная температура? И вот какая сейчас температура? Время. Ну и дата. В общем, все просто. Просто легко. Это кнопка настройки. Вот, что она? Может подвеситься куда-то на стенку. Либо можно поставить ее. Такая штука есть. Поставить. У меня стоят. Также еще есть будильник. Пикает. Все эти часы должны быть на двух батарейках, но тут одна. Вот такая вот штуковина. Хрень. Часы-термометр. Такой вот обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего видео.